Пане Романе, от ви дайте одразу. Ви згадали від останньої вашої тези, коли ви сказали про лівобережжя Херсонщини. Мені сьогодні написала одна людина, яка в Криму дивиться наші стріми, стежить за тим, що ви говорите. І ця людина каже: от можете поставити Світану запитання? Я кажу, так, звісно. Воно полягає от в чому. Що ця людина каже: раніше у вас була більш така, ну як би сказати, обнадійлива риторика щодо того, як буде відбуватися форсування Дніпра, як буде перехід до Криму здійснюватися і коли буде відбуватися деокупація півострова. Зараз людина звідти пише, якось Роман Григорович не такий оптимістичний став. Що змінилося? Время. Помните, ми з вами, та якщо нас хтось смотрить, мы говорили о том, что весной это было, апрель, май, о том, что каждый день не начавшегося наступления, раньше, вот как только можно было наступать, как только закончились дожди весенние, нужно было наступать сразу. Каждый день мы потом будем его минусовать осенью, потому что сухая погода, она, ну сколько, ну 5, ну сейчас может быть 6 месяцев в году. То есть у нас нет уже летней или весенней военной кампании. У нас одна кампания года 2023, которая реально закончится с включением дождей, включением режима дождей. Широкомасштабная наступательная кампания, я именно это имею в виду. И чем ближе к началу дождей, тем вероятность определенных действий, она уменьшается. И вот так как мы начали как минимум где-то на месяц с опозданием, потому что по разным причинам, сейчас они понятны какие, тогда были просто непонятны, не было информации, а реально нам не дали достаточного количества техники. То есть мы начали на месяц позже. Россияне взорвали, как только мы могли форсировать Днепр, они взорвали Каховскую ГЭС, отрезали как минимум на месяц-полтора вообще принятие решений, то есть практически сдвинули график определенный форсирования Днепра. А сейчас, на данный момент, ну, даже вот если бы сейчас вопрос решать по форсированию движению на Крым, вот я бы даже не советовал это делать. Слишком мало времени для выполнения определенных задач. А там есть такие моменты, как точки бифуркации. Если до них не доходишь и двигаться дальше нельзя, то очень сложно, придется возвращаться обратно на стартовую позицию. И вот сейчас вот эта точка бифуркации, она как раз вот такая. Если сейчас начать, вот на данный момент начать форсирование Днепра, мы до нее уже не дойдем, нам потом придется, когда включатся, ну, серьезные погодные условия, проблемные, нам придется откатываться обратно, а смысл тогда это все начинать? Лучше тогда перенести. И вот на данный момент я вижу, что это, в принципе, принято это решение. То есть идет заморозка фронта, всего фронта. Выбираются одно направление, оно уже выбрано. Мы тоже весной с вами об этом говорили. Перед наступательными действиями выбираются три направления. Три направления, ну лучше три. Начинается по ним движение, а потом из трех остается одно – более перспективные, остальные сворачиваются. Вот и сейчас это видно. Движение в районе Временского выступа, оно хорошо тоже начиналось, очень хорошая динамика была по Временскому выступу. Это лучше, даже ось тут, я хочу просто нагадать нашим глядачам. Да. Это из-под Новоселки движение было в сторону Старомлыновки. Оно было даже динамика быстрее, чем в районе Орехова. Сама динамика. Сама по себе. В Ореховое мы тогда уперлись в мины, уперлись в сплошную линию обороны, начали ее прогрызать, динамика была намного меньше, чем в районе Временского выступа. А сейчас это уже понятно, что в районе Временского выступа мы срезали это вклинение российское, вот оно видно зелененькое, это такое вклинение. Там еще будут некоторые выполнения некоторых задач тактических, но не более того. И вышли нас, выровняли линию фронта, уменьшили по длине фронта, так как срезали вклинение. И сейчас будем забазироваться. Это направление у нас уже отброшено как стратегическое движение. Второе движение, или третье,
Первое – это с Орехова, это второе и третье в районе Бахмута. Вот три направления, которые были выбраны для разработки. В районе Бахмута это тоже уже понятно, но будет сворачиваться как стратегическое, останется тактическое, оперативное. По выполнению задач уничтожения россиян как раз в районе Бахмута, занимание лучших позиций, выдавливание или уничтожение россиян в Бахмуте. Мы можем тобто, этим заниматься. Ви кажете, тут не буде тих. В принципі, ви раніше говорили, що немає просто сенсу далі там з Кліщівки йти, я не знаю, кудись на Попасну, наприклад, да? Максимум по висотах на Горлівку, тут да. Є сенс. Але ви передбачаєте, що, в принципі, можливо, і цього руху наразі робити не варто, поки немає нас сил. Просто виснажувати і вбивати максимальну кількість Росії. Уничтожение. Первая задача любой армии, которая обороняет свою территорию от захватчика, это уничтожение армии захватчика. В освобождении территории это следствие выполнения первой задачи. Это аксиома любых действий, любых армий. То есть нам надо уничтожать. Чем больше уничтожим противника, даже двигаться, если не будем, для понимания процесса, если вообще мы никуда двигаться не будем, станем в Бахмуте уничтожать российскую армию, они туда будут заходить, через какое-то время там последний россиянин туда зайдет и умрет. И вся территория освободится. Еще раз, чисто для на пальцах это показал. Как это все видится при принятии решений, программировании каких-то действий. Потому бахмутское направление, вот оно будет в таком режиме, в режиме уничтожения россиян, пока они будут заходить в Бахмут, как бычки на убой, пока их там будут убивать. І смисл куди-то... Ми зараз там в оптимальних позиціях для того, щоб ось цих бичків вбивати? Да, сейчас мы в хороших позициях как раз для такого рода действий, улучшаем их постоянно. То есть вот эти действия, которые сейчас происходят, мы их улучшаем. То есть выходим на рубеж железной дороги, шоссейки, в реки, будем подходить, давить россиян с юга заходом в Бахмут. Вот в таком режиме главная задача здесь – уничтожение максимальное уничтожение россиян. Почему? Потому что любое наше движение в сторону Бахмута вызывает у россиян контратаку, они поднимаются, выходят в поле, ну, то есть под удар нашей артиллерии. Нам надо вытащить их из укрепрайона, чтобы они вышли в поле, чтобы можно было накрыть кассетниками, чем больше, тем лучше. То есть вот в таком прожарочном режиме будет использоваться бахмутское направление, оно может до весны в таком режиме использоваться, нет смысла туда. И остается одно направление, первое, основное, это район Орехово, вот эти отброшенные Орехово, и дальше будем топтать до Азовского побережья, вот сколько будет сил, средств, причем в режиме полної залежності від поставок наших. Власне, в тому питанні, мені здається, більшості, а будемо ли топтати? Будем однозначно, но почему нет? Будем топтать, я именно говорю, почему топтать, именно топтать, не наступать, не там какие-то великие атаки делать, а именно топтать ножками придется, вытаптывать, потому что по-другому просто, пока не появится авиация, мы везде-то топтали. Без авиации никаких наступательных действий не происходит, без превосходства в воздухе. Потому здесь будем топтать вот в таком режиме, как топчем. Сейчас довольно-таки неплохие там условия. Сейчас мы, получается, переходим на всей линии фронта, переходим в режим обороны, активной обороны, но у нас освобождаются резервы, и они будут, это тоже все согласно, это любой от майора и выше вам скажет, что это именно так и делается, как по писанному называется. Но это все это писанное кровью в свое время писанное, и потому лучше не придумаешь. То есть сейчас все резервы будут направлены именно на это направление. Выполняться будет стратегическая задача перерезания сухопутного коридора. Вот топтать и скорость 100-200-300 метров до полукилометра в сутки. Це можливо, пане Романе, в нынешних умовах, з огляду ще на погоду? Да, однозначно, конечно. Вот именно как раз, смотря на погоду, вот это оптимальный вариант. Почему? Потому что топтать ножками нашими, это оптимально в любую погоду, потому что техника в основном поддерживает, то есть техника уже идет за штурмовыми группами. Его скорость больше не будет. Для того, чтобы нельзя гнать ни в коем случае, вот то, что нельзя делать в таком режиме, гнать нельзя, потому что будут увеличиваться потери.
А этого нельзя допустить ни в коем случае. То есть вот с малыми потерями, выполняя вот эту задачу, будем двигаться в сторону Токмака, только, может, не на сам Токмак, а правее, то и восточнее Токмака. Ну, там будет зависеть от того, от замысла главкома, от разных вопросов. Но будем двигаться в сторону Азовского побережья постоянно, уже одна точка, и она будет продавливать российский фронт. А почему сейчас уже нет смысла говорить за форсирование Днепра? Потому что вот из-за того, что одно направление в конце концов выбирается, одно единственное, согласно из тех сил, средств, которые есть. И сейчас туда, нам же сейчас удобнее удерживать россиян 200 с чем-то километров фронта по левому берегу Днепра. Там же малыми силами можно удерживать, и они же не попрут, они на высокий берег не попрут. А, естественно, те силы и средства, которые там есть на правом берегу, перебросить на Орехов для того, чтобы двигаться в сторону Азовского побережья. Ну, это логика ведения боевых действий. То есть это оптимал. Кошмарить их на левом берегу разведкой, артиллерией, то есть их тоже уничтожать, как в Бахмуте по левому берегу. Попытаться отогнать их от Херсона не форсированием, допустим, а той же контрбатарейной борьбой. То есть засыпать их артиллерии, но для этого надо артиллерию, для этого надо достаточное количество снарядов. То есть, ну вот подождем, может что-то подбросят. Ну и работать по Крыму, работать по глубокому тылу, опять же, чем? Ракетами дальними, теми же скалпами, Storm Shadow, дадут атакамсы, дадут таурусы, ну большое спасибо, будем и до Керченского моста добираться. Но вот сейчас я больше скажу, вот в этом году уже на Крым никто не пойдет. Вот сложился этот окно возможности, оно уже закрылось. Там говорят, 6-8 месяцев у нас еще есть. Нет у нас этих месяцев. Ой, извините, недель, да. Нет у нас этих месяцев, потому что если начинаешь прогнозировать, они уже, ну, их здесь, они есть вроде так до начала в дождей, а потом, что помните про точку бифуркации говорил, если мы не доходим, то тогда будем откатываться, и смысла нет, то есть нам не хватает этих 6-8 месяцев для того, чтобы совершить полный... Недель не хватает этих недель для того, чтобы зайти в Крым, потому, скорее всего, в Крым это уже будет выполняться все уже весной. Форсирование Днепра и все остальное, когда уже зайдут самолеты, только тогда эти вопросы уже по Крыму будут решаться. Но все объективно, исходя из тех действий противника, которые он совершил. Подрыв, вот сейчас можно говорить реально, подрыв Каховской гидроэлектростанции практически унеможливый, как по-русски, форсирование Днепра и выход в Крым. Вот расчет у них был, в принципе, правильный на подрыв. Ну, с военной точки зрения, на подрыв Каховки. То есть нам вот эти полтора месяца они отминусовали, и нам их просто не хватило для подготовки движения. То есть в этом смысле, еще раз повторюсь, чисто, чтобы нам сейчас не говорили, что там призвали взрывать. Нет, чисто с военной точки зрения россияне, подорвав станцию Каховку, сбросив воду, перекрыв Днепр, не дали нам в этом году двигаться в Крым, потому что не хватило еще сил, средств. Ясно, если были бы вертолеты, были бы авиация, конечно, двигались, но из тех сил, средств, которые у нас были, это просто нельзя было сделать. Потому здесь все понятно, объективные вещи, которые в принципе просчитывались, но вот то, что сейчас... Маем ты шо маем. Потому по Крыму это только следующий год где-то. Как только зайдет авиация, вот тогда можно будет опять говорить о Крыме. Пане Романе, з вашої відповіді я вивів, от слухаючи уважно, два моменти, які ви сказали, від чого буде залежати можливість подальшого цього ногами просування на Токмацькому напрямку до Азовського узбережжя. Ви сказали швидкість, ну, якби інтенсивність поставок і наявність боєприпасів. Що ще? Чи, можливо, ці складові розширити? Нет, вопрос вот в чем. Боеприпасы нужны. Дело в том, что движение, когда ногами идет, топтание, да, вытаптывать, то топтать будем. Надо перед атакой авиации нет,
надо создавать серьезный огневой вал, то есть поддержка артиллерии перед движением пехоты, штурмовой пехоты. Надо создавать огневой вал, а для этого надо достаточное количество боеприпасов разных типов, ну, лучше кассетников, осколочно-фугасных, то есть для того, чтобы перед пехотой создать этот вал, зачистить. Дальше идет пехота, с тыла пехоту поддерживает техника. Те же танки, те же БМП, ну вот подойдут еще танки, но они все равно будут идти в основном с тыла, поддерживая, работая в качестве в основном пушек. Вот чем, кстати, «Леопард» первый, вот вроде все его хаят со всех сторон, да, то есть и броня там чуть ли не бумажная, картонная, ну и там с пушки 30-ки можно борта пробить и так далее, и тому подобное. У него пушка такая скальпельная, я бы сказал, снайперская пушка в «Леопарде» первом. Хороший танкист выполнит, ну, с первого выстрела отминусует любую огневую точку. А там я так розумію, це щось на кшталт, як говорять про ці французькі напівтанки, напівБТРи, IMX-10 Рсітки, колісні танки. Вот, і це то же саме, да, 105 мм – це от така пушка, ну, неважно, як її назвати, реально це пушка, навіть танк «Леопард» – це, по большому счету, пушка, тільки там в броні і на гусеницах, а IMX-10 – це та же пушка, только в броне, с меньшей броне и на колесах. Ну, то есть смысл такой, пушка. То есть эта пушка используется вот для поддержки пехоты. У нас есть такая старая пушка, тоже хорошая, рапира, если кто знает, вроде как противотанковая, но снайперская реально, то есть чудеса хлопцы делают с этой пушкой. То есть выполнять эти задачи только в таком режиме, и, естественно, это зависит от количества боеприпасов, потому что создать огненный вал с помощью артиллерии, это надо достаточное количество для того, чтобы именно сам вал сам по себе был, хорошо помогут кассетники, еще раз повторюсь. И еще лучше помогут для выполнения этой задачи РСЗО, типа «Хаймерсов», ракеты М-26, кассетники с дальностью в 30 километров, но залп, ну, накрывает 25 тысяч квадратных метров. 12 ракет накрывает 25 тысяч квадратных метров. Там в каждой ракете 950 субоеприпасов М-74. То есть они, ну, как ковер застилают любую поверхность. Вот такой вал, если будет создаваться, то скорость будет, ну, побольше. Если этого всего не будет и в каких-то количествах, она будет поменьше. Она все равно будет, но только меньше. То есть прямая зависимость от количества боеприпасов.